Вот такой, смотрите, из песка мужик сделал домик. Ну, не домик, а это крепость, замок, я не знаю, что это. Что он хотел этим выразить, но он выразил, ну, очень красиво. За это ему копейку кидаю. Ну, кинь ему копейку, Шерма. Ну, киньте. Вообще четко сделал машала. Машала. Как сейчас сказал автор. Или как даже не автор, как назвать его? Короче, я не знаю, это талантливый человек. Что он на создание вот этого замка. На этот замок ему ушло 3 дня, чтобы сделать. Красота.